основной тренд на работу по подписке, да, то есть приобретается программное обеспечение, за него платится аренда, потом за счет дополнительных сервисов оно может расширяться, функциональность может трансформироваться и так далее. То есть сейчас уже нету такой истории, что купил и всю жизнь этим пользуешься. У меня вот утро начинается с того, что я просматриваю, ну, как вообще, в принципе, тематическую всякую информацию, да, и у меня в моей подборке сервисов, статей, да, retail.ru, это, ну, он обязательно присутствует, и там, в общем, очень концентрированная, хорошая выжимка того, что происходит. Конечно, очень приятно с ними присутствовать на данном мероприятии, спасибо им, да, за наш совместный вот такой проект. Поэтому я надеюсь, что польза от нашего совместного участия будет общей, да, и мы сможем дополнить друг друга и дальше.